Юнимобиль Skyway. Впервые в истории транспорта воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле коляски, имеет возможность управлять транспортным средством. На сегодняшний день в мире существует несколько решений для перевозки инвалидов, но все они в подавляющем преимуществе связаны с переоборудованием серийных автомобилей. Например, различного типа микроавтобусы оборудуются подъемными механизмами, и коляска инвалидная крепится внутри специальными натяжными ремнями. Другой вариант – это некие роботизированные системы, которые складывают коляску и погружают ее в багажный отсек автоматически, но при этом для пользователя остается необходимым самостоятельно переместиться из коляски в водительское кресло и обратно. Также существуют разработки микроавтомобилей класса L7, еще они называются квадрициклы, но они имеют существенные ограничения по характеристикам, это вес до 400 кг, мощность двигателя не более 15 кВт и максимальная скорость до 45 км в час. То есть каждое из таких решений имеет свой набор отрицательных качеств, которых мы постарались избежать, начиная проект Юнимобиля. Юнимобиль Skyway даст возможность инвалидам в полной мере реализовать свой потенциал, доехать до места работы, учебы, досуга, вести более независимый образ жизни. При разработке технической концепции Юнимобиля основной задачей являлось обеспечение людей с ограниченными возможностями индивидуальной мобильностью с максимальной степенью самостоятельности. Юнимобиль спроектирован с учетом эргономических особенностей людей с ограниченными возможностями и инвалидов-колясочников. Водителю либо пассажиру не требуется покидать инвалидную коляску, которая одновременно является автомобильным сиденьем. Заднепетельные двери и механизм поворота сиденья обеспечивают более удобную посадку. Габаритная длина автомобиля позволяет парковаться перпендикулярно бордюру. Такая парковка обеспечивает посадку-высадку непосредственно на тротуар. Эта особенность также позволяет парковаться на стандартных парковочных местах, а не только на выделенных площадках. Использование камер заднего вида с LCD-дисплеями вместо обычных зеркал обеспечивает необходимый обзор и качество изображения. Максимальная скорость – 100 км в час. Запас хода – 120 км. Снаряженная масса – около 1000 килограммов. Зарядка батареи – от бытовой сети. Время полного заряда – 10 часов. В качестве опции Юнимобиль может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом и запасом хода до 40 км.